В Омске выступил, наверное, самый известный современный российский дирижер. Валерий Гергиев приехал с симфоническим оркестром Мариинского театра. Мечи услышали произведения Густава Малера и Иоганна Штрауса. Оркестр Мариинского театра сейчас гастролирует по городам России. Для этого музыкантам даже выделили специальный поезд. Гергиев особо отметил омскую публику, среди которой оказалось много любителей классики. Зал был полон. И заявил, что хочет работать с артистами из регионов. Маэстро собирается поддерживать местные коллективы и даже приглашать их на выступления в Мариинский театр. К слову, Омский симфонический оркестр уже давал там концерт в прошлом году. Я очень рад, что у нас есть такой обмен, и мы будем эти усилия развивать. И, конечно, рассчитываем на интенсивную работу в ближайшие годы и в рамках пасхального фестиваля, и в рамках прямых обменов. Может, надо подумать более настойчиво и серьезно о детских программах.